Я Николай Прянишников, президент компании Microsoft в России. Дорогие друзья, с большим удовольствием я хочу поздравить «Ведомости» с десятилетием. За 10 лет вы добились очень больших успехов. Очень хорошая аудитория, очень объективная информация. И скажу откровенно, я являюсь очень постоянным и активным вашим читателем. Могу сказать, что даже когда я ухожу в отпуск, я, естественно, в отпуске не читаю информацию, но придя из отпуска, стараюсь не упустить ни одного издания. Вот, например, как выглядит рабочий стол после отпуска. Газета «Ведомости» занимает здесь достаточное место, и обещаю прочесть все издания, чтобы быть в курсе всей важной информации. Ну и, конечно, как всегда, к юбилею, к дню рождения некоторые пожелания. Во-первых, сохранить объективность информации. Это очень важно. Во-вторых, считаю, что можно расширить аудиторию. И чем больше будет людей, которые в России читают «Ведомости», я думаю, тем лучше будет нашей стране. Наконец, новаторство. Любая компания, которая стоит на месте, будет терять свою долю рынка и позицию на рынке. А если вы будете иметь новаторский подход, в новых подходах, новых предложениях, естественно, с использованием новых технологий, я уверен, у вас будут дальнейшие большие успехи. Ну и, наконец, мне хочется пожелать, чтобы как можно меньше было комментариев, что соответствующий руководитель компании, чиновник отказался от комментариев или был недоступен. Если будет этого меньше, в нашей стране будет, мне кажется, все лучше и лучше, ну и у газеты будет еще больше успех. Спасибо вам большое за вашу работу и новых успехов!